Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, многие из вас просят показывать, что я покупаю в мясной лавке и что я готовлю. Вот я сейчас как раз ездила, забирала своего старшего сыночка со школы и попутно зашла в магазин, купила немножко мяса. В общем, сейчас давайте вам все покажу, что купила. У меня куча покупок. Давайте я начну, наверное, вот с этого. Тут мои девочки уже оживились. Там у нас продается все, и консервы всякие, и масло, в общем, все. Такой магазинчик очень классный. Смотрите, что я набрала. Во-первых, кетчуп Махеев. Я его покупаю уже много-много раз. Хотела взять вот этот джем. Груша, банан, потому что у меня грушу и банан любят мои мальчики. Я захотела взять вот этот джем и в итоге, короче, набрала вот сколько всего. Вот такой я взяла себе персик манго с блинчиками вообще. Вот эти джемы. Во-первых, очень удобная упаковка. Во-вторых, я как-то покупала с крыжовником. Девочки, как он вкусный был вообще, как настоящий крыжовник ешь. Поэтому взяла два вот таких блинчика. Взяла еще майонез, хочу какой-нибудь салатик накрутить, навертеть. И взяла вот такой, видите, с кунжутом, без ГМО. Обычный кетчуп, только с саванской солью. Вот такой. Это тоже, я так поняла, новинка или что? Не знаю, я такой не видела нигде. Шашлычка, может быть, шашлычок сделаем, посмотрим. Вот, потом вот такой, с аджикой и кумином. Вот с аджиком вот этот вот очень нравится моему мужу. Мы как-то уже я брала, покупали, он меня попросил купить снова. Короче, еще купила вот такой морской коктейль. Девочки, я сумасшедшая, в общем, вы понимаете, да? Вот, вот такое я тоже не пробовала с морепродуктами, но я обожаю рыбу, морепродукты, вообще все, что с этим связано, поэтому я думаю, что мне тоже будет очень вкусно. Ну и вот такой цезарь, тоже что-то меня так навеяло, думаю, сделаю салатик цезарь, почему нет, да? Вот, тем более, что я купила, вот у меня как раз мясо, я купила вот такую куриную грудку. Что вот эта куриная грудка? У меня косточка пойдет на суп, мне как раз нужно варить. И сделаю как раз вот с этим соусом, да, сделаю салат цезарь, девочки. Вообще будет красота. Вот, вот такой вот. Так что, да, набрала тут всего. Дальше из мясного я купила филе индейки. Я его сейчас не буду готовить, заморожу. Оставлю, ну, себе там на всякое якое. Тут у меня еще печенье вперемешку, девочки. Вот, и купила говядину. Я вообще сейчас буду ее тушить. Я вам покажу, как я готовлю. Хотя я уже показывала много раз, как я готовлю говядину. Я ее тушу с солеными или с маринованными огурцами. Получается безумно вкусно. Но, девочки, если вы знаете какой-нибудь хороший рецепт с говядиной, оставьте мне, пожалуйста, в комментариях хотя бы название. Я погуглю и посмотрю. Потому что я обычно тушу именно с огурцами или просто тушу. И как бы, ну, хочется какого-то разнообразия, да? Потом зашла, купила масло. Вот это белорусское масло. Девочки, оно очень-очень вкусное. Вообще обратила внимание, что белорусские молочные продукты, они реально очень вкусные. Поэтому я с огромным удовольствием взяла вот такой кусочек масла. Для масленочки мне пойдет. И здесь купила колбаски немножко. И вот эта ветчина, она тоже там очень вкусная. Это говядина. Она обалденно вкусная. Вот. Также, это вот я купила все в одном отделе. Нет, девочки, ну это же сумасшествие какое-то. Я, девочки, так, а мне это, в общем, все мне. Вот. Но Махеев действительно очень вкусные. Вот, не знаю, все, которые покупаю соусы, они прям безумно вкусные. Без всяких, знаете, нет такого, что вы берете кетчуп и прямо вот уксусом, да, отдает. Такого нет, поэтому я их обожаю. Многие из вас мне тоже пишут, что Махеев вообще супер соусы. Вот такое еще взяла печенье. Мы уже открыли, сыночком попробовали. Ну, попала одну печеньку. Это печенье с кокосом. Оно стоило 380 рублей за килограмм. Ну, тут немножко, тут у меня получилось где-то в районе 400 грамм. И вот такое печенье, это вообще, наверное, мужское печенье, девочки. Печенье называется Рокфорт с сыром. 180 рублей килограмм. Мы взяли, здесь у меня получилось где-то 350 грамм. Тоже попробовали уже с сыночком. Очень вкусное. Вот где вы встретите, печенье называется Рокфорт. Обязательно попробуйте. Это что-то среднее между песочным печеньем и крекерами. Потому что крекеры, они хрустящие, а здесь песочное печенье со вкусом крекера.
очень вкусное печенье. Это прям реально мужское печенье, потому что мои мужчины сладкое не особо любят, а вот это отлично. И купила клубнику, она уже по 250 рублей. Вот там она очень вкусная. Я не знаю, откуда ее привозят, но клубника просто обалденная. Вот. Так что вот такие вот у меня покупки. И, ну, буду, соответственно, готовить сегодня говядину и, наверное, салат. Ну, я не знаю, салат, может быть, и завтра приготовлю. Посмотрим сейчас, как пойдет. Я еще, девочки, зашла в торговый центр и купила себе новенькие лаки. Кто спрашивает, какими лаками я пользуюсь, я покупаю в основном In Garden, но это те лаки, которые нужно наносить реально в один слой. Они с одного слоя очень яркие, плотные, но их нужно хорошенечко просушивать, и они могут быть немножко капризными, но я к ним приноровилась, и мне очень нравится. Вот у меня сейчас на руках тоже вот этот In Garden лаки. Или лаки TNL. Мне тоже очень нравится, но их уже обычно в два слоя я наношу. Короче, девочки, купила тут такие цвета. Сейчас я не знаю, как бы вам так показать. Здесь вот у меня обычный черный цвет. Он мне, ну, нужен иногда как подложка для каких-то цветов. Ну, для каких-то, да, там, для чего-нибудь. В общем, нужен был мне черный цвет 062. Дальше вот такой 168. Это такой прям яркий. Вот он больше здесь... Но на самом деле розово такой, розово-красноватый такой цвет. Он просто неоновый такой яркий. На лето как раз будет супер. И еще вот такой яркий, как морковный, да? То есть он тоже такой неоновый. Очень прикольно. Вот они на самом деле вот такие же, как вот здесь вот на упаковочке. То есть это больше такой розовый, розово-красный, только неоновый. Это такой получается морковный, да? Только неоновый. И TNL. Девочки, кто смотрел мой предыдущий влог, покупка сумки, вы понимаете, да? Я купила такой же лак. Ну, что-то мне прям вообще очень в этом году хочется быть сейчас весной супер-мега-яркой. В общем, это номер два. Вот такой вот тоже, видите, летний. И еще купила вот такой матовый топ от In Garden, без липкого слоя, с белыми хлопьями. Очень прикольно смотрится на разных, в особенности, кстати, на черном лаке, прикольно он смотрится. Видите, вот такие белые хлопья, и он получается такой, как белый снежок. Очень, кстати, прикольно смотрится, и на розовых ногтях очень классно смотрится. Ой, это новинка, такой же есть и глянцевый, но что-то я захотела матовый, у меня матовых топов вообще нет. Вот. И еще вам хочу показать. Я зашла в магазин Rive Gauche. Девочки, я не удержалась. Просто не удержалась. Зашла в магазин Rive Gauche. Хотела на самом деле купить себе румяна. Но, в общем, сейчас в Rive Gauche такая акция. Если вы покупаете это Tikin White, вот этот аромат Nectar Love 100 мл, то любой другой аромат 30 мл, не любой другой, а тот же Nectar Love, только 30 мл, или тот же Tikin White, только Stories, да, 30 мл вам идет в подарок. Плюс еще на этот аромат скидка 40%. Кстати, вот этот аромат рекомендовал мне кто-то из вас, потому что он у меня записан, у меня есть такой, такие заметки, в общем, в телефоне, где у меня я записывала те ароматы, которые вы мне советовали, и там выделяла, которые мне понравились. И вот этот Nectar Love, он мне понравился тоже. Сейчас я распакую вам покажу. Но вот здесь упаковка, наверное, говорит сама за себя. Это медовый аромат. На старте он цитрусовым или лимончиком, причем таким сочным, спелым и мякотью, и чуть-чуть самой вот этой цедры лимонной, чуть-чуть совсем, то есть кожурой вот этой лимонной. Дальше идет мед, но мед такой не приторно сладкий, не засахаренный, а такой свежий мед, очень вкусный мед. Девочки, просто это на самом деле обалденный аромат, не химозный. И мне девушка, продавец-консультант, сказала, что вот этот аромат, по крайней мере, в магазин Rive Gauche больше поставляться не будет. Я забрала последнюю сотку. Мне девушка принесла ее со склада. И, ну, как бы, могла я уйти без покупки? Нет. Но я не стала брать маленькую версию этого аромата. Я взяла вот такой, потому что вот этот аромат, он тоже прикольный. Он подойдет, наверное,
ну вот на весну, на даже на лето прохладное. Он такой не сладкий, слегка пудровый, какие-то цветочки, такой очень, ну, прикольный на самом деле аромат, такой динамичный, действительно очень такой повседневный, носибельный, я бы сказала. Вот, но аромат прикольный, под настроение, я думаю, что мне зайдет. Но вот этот аромат, я его тестировала уже до этого, но не хотела брать сотку, он мне, в принципе, понравился, приятненький, очень такой, ну, как бы немножко свежий, немножко пудровый, немножко цветочный какой-то, вот тут он такой лично мне раскрывается, да, пирамиду я не знаю, вот, но вот это действительно обалденный. Мне кто-то из вас посоветовал, девочки, потому что он у меня был записан, и я его тестировала уже неоднократно, и вот, вот, что называется, сам Бог велел, да, девочки, мне его купить. Многие пишут, что это аромат зимний, так как здесь есть мед, но я бы так не сказала. Это скорее весенний аромат. Не знаю, как насчет лета, но вот весенний точно аромат. Потому что он такой и лимон, и мед, и очень вкусный аромат. Девочки, обязательно попробуйте, тем более сейчас такая акция. То есть 40% на сам аромат, плюс вам в подарок дают либо 30-ку такого же, либо вот такой. Можно аромат взять. Видите, я заплатила только за один аромат. Он стоил 4605. Я отдала за 100 миллилитров. То есть 40% была скидка. И плюс еще вот такой вот тоже классный аромат. Что вот такие вот у меня были покупки. Я вам оставлю ссылку вот на эти ароматы внизу в инфобоксе. Но кто хочет, девочки, в Ревгош сейчас надо идти вот за этим ароматом. Кто его тестировал или кто из вас уже пользуется, имейте в виду. Сказали, что поставок в Ревгош больше не будет именно вот этого. Вот, но он очень вкусный, приятный. Обязательно тоже попробуйте. Ну что, начала готовить мясо. Говядину вот так вот порезала. Частично отдала своим девочкам. Но я всегда Боночке отдаю говядину. И кот у меня ест. Ну, как бы нарезаю вот такими вот кусочками длинненькими получается. Где-то меленькие у меня получаются, где-то длинненькие. Специи, как обычно, как вы любите. И я буду обжаривать вот в этой моей любимейшей кастрюльке, которая по своим свойствам как мультиварка. Еще замутила тут компот из вишни. Вишня это своя, с огорода. Значит, буду сейчас это обжаривать со специями и чуть-чуть соли добавляю. Два лука у меня, две морковинки и три. Вот у меня обычно я добавляю два огурчика, но у меня последние остались. Это соленые огурцы, тоже солили сами. Вот, морковку я буду натирать на крупной терке. Можно порезать, как вам больше всего нравится, как вам вкуснее. Вот обжариваю здесь мясо и сейчас как раз буду добавлять сюда. Вот добавила и буду теперь обжаривать тоже вместе, прямо вот так вот. Ну, как в мультиварке, девочки, примерно то же самое в этой гастрюле все готовится. Можно в мультиварке, если она у вас есть, приготовить. В общем, все это буду слегка еще обжарю и буду добавлять сюда водичку. Еще сделала просто обычный салат в итоге я и добавила туда вот этот майонез с соевым соусом. Он действительно с соевым соусом, то есть можно даже совсем чуть-чуть посолить салатик. Но я сделала обычные помидоры, огурцы, всякая зелень. Но вот этот майонез, он очень, кстати, прикольный, вкусный, мне понравился. И салат получается такой... ну, такой немножко пикантный, чуть-чуть совсем. Так, вот добавила я сюда еще и огурцы. Уже у меня потушилась, здесь у меня водичка. Можно добавить бульон любой другой, какой у вас есть. И сюда нужно еще добавить томатную пасту. У меня томатной пасты было совсем-совсем чуть-чуть, поэтому сколько было, столько добавила. Огурчики я нарезаю вот таким образом, длинненько. Но можно огурцы нарезать так, как вам удобнее, да. Это все должно вместе с огурцами потушиться, и только после этого вам нужно попробовать и посолить, иначе можно пересолить, так как огурцы соленые, они как бы соль свою отдадут. Вот на медленном огне под крышечкой я сейчас все это дело буду дальше тушить. Говядина получается просто обалденная. Вот она у меня уже полностью готова, протушилась. Нужно побольше томатной пасты, чтобы он был такой прям насыщенный цвет. Но у меня, как говорится, сколько было. Хорошо эту говядину подавать, ну, на мой взгляд, с рисом или с макаронами, или с картофельным пюре. Ну, или просто картошка. Получается тогда очень вкусно, но я ем просто так, без всякого гарнира. Это мой ужин. И, конечно, еще овощной салат обязательно я поем.
Вот, вот такая вот она получается говядина. Мой муж ее очень-очень любит, но из говядины я практически всегда готовлю только это блюдо. Поэтому прошу вас, если вы знаете хороший рецепт, обязательно напишите мне его. Девочки, снова всем привет. Я уже снимаю на следующий день. Что-то я вчера провозилась, одно, второе, третье, и села еще делать себе маникюр. Сделала вот такой вот яркий себе, яркую такую красоту. Мне очень нравится вообще, матовый сделала. И такой же сделала на ногах еще. В общем, вчера весь вечер сидела. Вот, немножко тут, конечно, криво я кое-что сделала. Ну, в общем, ладно. Не стала ничего переделывать. Думаю, потом желтым захочу накрасить. Но сейчас что-то вот такое. Смотрите, какой прикольный. Неоновый, при этом матовый. У меня сейчас дети на улице гуляют. Вот, сейчас забрала свой заказ в Фаберлик, давайте я вам покажу. Я в предыдущем заказе заказывала нижнее белье белого цвета, верх, да. Так вот, заказывала белье белого цвета, и мне оно очень понравилось, оно очень удобное. Я вытащила оттуда вот эти вкладки, которые там были для пушап, и оно нереально удобно носится, нигде ничего не жмет и так далее, поэтому я заказала еще белье у Фаберлик, и еще, наверное, следующий заказ обязательно закажу, потому что то, которое я заказывала в предыдущий раз, бежевого цвета, такого нет, а я хотела именно бежевое. Сейчас вам все покажу. Давайте, девочки, я начну с бытовой химии немножко, у меня здесь совсем чуть-чуть. Я впервые беру вот такой гель для туалета, вот этой линейки Гринли. Мне очень нравится эта линейка, поэтому взяла попробовать еще вот такое средство. Также взяла мыло для рук, сейчас у меня мальчишки бегают постоянно на улицу, и у меня вообще мыло для рук, оно будет просто улетать, как в жидком виде, так и кусковое. Но кусковое увидела вот такое. Смотрите, это мыло ручной работы. Боже, как оно вкусно пахнет. Особенно вот это банановое. 100% понравится моим мальчишкам. Ой, оно вообще обалденно. Бананом даже через упаковку. Прям аромат банана. Вообще супер. Вот это тоже мне понравился. Аромат манго. Такой сладковатый, смотрите. Вот. Очень классное мыльце вот эти вот. Ну, мы пользуемся и кусковым, и жидким мылом. У меня по-разному все. Ну, и там была акция, в общем, два средства там по хорошей цене, скажем так. Я еще взяла вот такой крем для рук. Ну, в любом случае, я в машине не оставляю крема для рук, потому что они портятся. Машина, если стоит на солнце, они портятся. Но в доме у меня везде стоят крема для рук. И на кухне, и, ну, в общем, везде, где я обитаю, у меня есть крема для рук, поэтому я их часто очень использую. Также вот это вот типа подарка, я так поняла, вот такой вот батончик у меня в корзинке оказался. Я никогда не пробовала всякую еду от Фаберлик, но обязательно попробую. Но, скорее всего, это не я попробую, а мои мальчишки, потому что они меня любят вот такие штуки. И вот заказала я вот такое белье. То есть это не такое же, как в предыдущий раз у меня было кружево вот здесь. Это очень удобно летом, да, под какие-то футболки и так далее, чтобы не видно было кружево. Такого же в бежевом цвете не было. В общем, я взяла вот такое попробовать. Я его сейчас померила, оно сидит вообще... Вот, девочки, как влитое. И мне очень нравится, что так как у меня грудь небольшая, у меня есть такая проблема, что вот эта часть иногда вот у меня вот так оттопыривается, да, и очень становится заметно, ну, в общем, некрасиво смотрится. Здесь такого нет. Вот эта часть вырезана, видимо, таким, ну, как вырезана, да, или сшита вот таким образом, что оно плотно облегает грудь. И вообще, по ощущениям, вот, по крайней мере, то, которое было белье, как будто просто, знаете, просто вот так вот поддерживает кто-то мою грудь, и все. Больше... То есть никакого ни дискомфорта, ничего. Здесь мне очень понравились вот эти лямочки. Смотрите, они очень мягкие. Вообще само белье мягкое, несмотря на то, что здесь есть косточки. Оно идет в размер. И вот мне прям идеально подошло, девочки, вот просто. И оно здесь сделано просто плотные чашечки, без всяких вот этих вот подкладочек. И вот с этой стороны такой, как хлопок сделан. Ну, потому что вот эти вот подкладки, я все равно их вытаскиваю. Вот, поэтому мне... Как бы, вот, ну, поношу такое, единственное, что оно как бы сейчас кожа не загорела, конечно, оно темновато, но летом будет отлично. И я еще взяла трусики, думала, что они подойдут по цвету, но они не подходят. Ну, неважно, трусики как бы тоже отлично подойдут в любом случае.
И еще вот такие же беленькие я взяла, но это они не хлопковые, идет вот такая ткань. Летом будет супер. И такое красивое, красивое кружево здесь идет. Так они со всех сторон обычные. Трусики лишними никогда не будет. Так что взяла белье еще. Но вот трусики беру в первый раз. Не знаю, посмотрю потом, как будут носиться, вообще удобно или нет. Но вот верх вообще очень удобный. Так, ну и, конечно же, каталог. Здесь новинки декоративной косметики, я так понимаю, вот такие вот прикольные. Тут такая девушка красивая. Вот, ну и куча интересного тут всего. Тут какая-то сумочка, я тут увидала, пока листала. Вот такая тут сумочка, да, я так понимаю. Вот, за 1 рубль. Если зарегистрируетесь, получите скидку 20% и в подарок вот этот порошок, который мне очень нравится для белых и цветного белья. Так что вот такой вот у меня получился заказ в Faberlic. Вам все артикулы, все ссылки, как всегда, будут внизу в инфобоксе. Мальчики мои мне собрали первые цветочки. Девочки, смотрите, какая прелесть. Я их поставила сюда в стаканчик. Очень мило. Они все время мне, особенно младшие, все время мне цветочки приносят. Прямо же весна, весна вовсю. А я салат, кстати, девочки, вчера так и не приготовила никакой. Главное, соус купить, да? Вот, не знаю, наверное, сегодня, может быть, приготовлю. Не знаю, что мне лень. У нас такая хорошая погода на улице, но очень сильно ветрено и холодно. Может быть, градусов 10 всего. Вот, так что вот так. А насчет моих собак, мы уже на 20 число записались к врачу, я их записала, да? Сделаем ему прививки, и швы снимут. У меня у Боны все отлично вообще заживает. Вот это вот, ну, шов, да, ничего, слава богу, не гноится, ничего, она не расчесывает. Хотя она там научилась, знаете, так ложится головой, так по-всякому делает, видно, чешется все-таки, но ходит в этой штуке. Сейчас мы с ней не гуляем, она сидит, ну, как бы выходит только во двор. Маленькая даже во двор еще пока не выпускаем, вот, но сделаем им как раз 20 числа маленькой сделаем прививки, и, наверное, старший тоже сделаю прививку, посмотрим, в общем, ветеринар сказал, он посмотрит, вот, и уже посидим на карантине немножко, и потом можно будет гулять уже, так что вот такая вот у нас, вот такие у нас дела, и спасибо всем огромное, кто писал мои боночки, скорейшего выздоровления. Но все у нас, в общем, хорошо. Швы снимем, вообще будет как новенькое у нас. Вот. Ну, а я, девочки, на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Все ссылки, артикулы, все, как всегда, внизу в инфобоксе. Всех люблю, целую, до новых встреч!